Здрасте, здрасте, без афоризмов. Да, афоризмы кончились у Юрьевича. Ну ладно, не всегда. А мы продолжаем обзор IKEA Краснодар. И мы в кухнях. Мы сейчас вам покажем все варианты, как видят дизайнеры. Почему? Потому что вы давно нас просите. Прямо вот интерьеры кухни. Так обзор будет называться. Кухня, Краснодарский край. Вам для идей. Так, у нас здесь линейка Метод. Темно-синего цвета в сочетании с белыми фасадами. Сейчас буду пытаться найти название. Потому что в последнее время IKEA не любит этого делать. Догадайся, мол, сама. Так, значит, у нас Метод с фасадами Юдевала. Вот это темно-синий цвет, это, друзья, Юдевала. На Юдевале можно писать. Так, давай разбираться. Вот это вот, сразу скажу, мне неудобно. Ну да, потом уже не залезешь. Я бы веревочку сделал как-нибудь. Это у нас фасады Вединги. Ну, если необходимость есть, пожалуйста, делайте. Здесь тоже Юдевала. Причем, смотри, соединено. То есть вы можете открыть только весь ящик сразу, да? По частям вы его не откроете. А, кстати, и видно крепление. А? Видно крепление перехода. Ее как-то надо чем-то закрашивать, она вот блестит у нас. Ну, тоже, да. Не алло. Так, здесь у нас посудная сушилка у Труста. В принципе, все удобно и очень хорошо вот здесь сделано. Под бокальчики, блин, ну я не знаю, кто в обычной жизни так будет заморачиваться, раскладывать. Есть в жизни перфекционист, поверь мне. Так, стандартное угловое хранение, карусельки нет, соответственно, за счет карусельки можно сэкономить. Но удобство сразу скажу, когда каруселька, у вас все в доступе, когда карусельки нет, вы части удобства лишаетесь, поэтому здесь имейте... Зато детям в прятки можно играть. Играть в шкафу. Здесь посудомойка, здесь, Дим, покажи, пожалуйста, как организовано хранение под раковиной, потому что это вечная головная боль женщин. Ну, заодно откройте этот посудомоечку. Ой, заодно я пока нос почешу, потому что в маске это нечто. Здесь узкая посудомойка, 45 сантиметров, Эльпсам. Ну, как-нибудь мы родим обзор. Да. Посудомойка. Нам нужны икеевские специалисты, только они знают про всю технику. Больше, чем знаем мы. Так, стандартно, да, нижний ящик, это очень удобно, уже повторяла миллион раз, под всевозможную кухонную утварь. Здесь фальш-панель, потому что здесь индукция. И три больших выдвижных ящика Максимера, ну, соответственно, да, это реальное удобство. Вот такая вот мини-кухня, стол Вангста, квадратура указана, да, 10 квадратных метров, весь интерьер. Да, квадратура есть, 15 квадратных метров, даже указан какой-то жилищный комплекс, ЖК «Панорама». То есть Краснодар вам вообще халява, вы можете просто взять, прийти готовый интерьер и перенести его под себя. Так, у нас здесь тоже методовская кухня, фасады Бодар серо-зеленого цвета, такого оливка, она сейчас очень модная, и именно в сочетании с такими, с коричневыми элементами, поэтому здесь и столешница. А столешница у нас новенькая, Пинарп, как себя покажет, не знаю. Бумага, ДСП и кромка, слой древесины, ясени и масляная пропитка. Так, размера, к сожалению, полных размеров, ребята, кухни нет. Два ящика под плитой. Не совсем стандартное решение, но интересно. Дальше опять два больших глубоких ящика. А, здесь еще прячется вот. Малые шарики. Кухня прямая, не угловая, хранение под раковиной. Ну, это прям капитальная сортировка мусора. У нас, к сожалению, не во всех регионах еще это применяют. Здесь стандартный 60 сантиметров посудомойка. Обманули меня. Здесь, смотри, как хорошо стиралку спрятали, да? Причем не встроенная, обычная стиралка. Или встроенная? Да, встраиваемая стиральная машина. Но здесь сюда и обычный можно сделать. 8 килограмм, да? Ребят. Это вам не это, не Делонги. Так. Вообще кухня должна быть недорогая. Вот такой вариант расположения вполне бюджетный, дорогих элементов нет, кроме четырех ящиков. Ценник общего, ребята. И зал ожидания к обеду. А? Хорошо. Зал ожидания к обеду. А, нет, вот она плавно перетекает. Духовка, СВЧ. Вот такой вот комплект без бытовой техники 87. А бытовая техника на 164. Итого вот этот вот модуль 252 тысячи. Здесь у нас холодос, шкафчик, ящичек, ну, удобно, интересно смотрится, такая вот прикольная кухня.
как Дима сказал, зал ожидания к обеду. Здесь у нас столешница. Под ней методовский каркас, два ящика, даже место для животинки, тоже удобно. А, смотри, в метод встроили шкафчик тутемо, чтобы не делать, да, переход. Угу. Смотрится интересно, единственное, что нужно заморочиться, вот это белое я бы чем-то закрыла. Ну как, оно чуть-чуть бросается в глаза? Не сильно. Но если не... Я бы дверочку на максимум сдвинул бы в сторону среднего каркаса. То есть чуть-чуть это отцентрить по-другому. Да, петли немножко сдвинул на максимум. В принципе, все. Здесь стол Лисаба. Тоже хорошо себя показал. Ясеневый шпон, прям очень-очень износостойкий. Кафешки берут такие столы часто. 7,5 квадратных метров. Кухня кнукс-хульт. Кстати, кто не сильно заморачивается, можно вполне кнукс-хультом обойтись. Адекватная кухня. Главное ее правильно собрать, обработать все места герметиком. Да, Дмитрий Юрьевич? Да можно и без этого обойтись, только не надо вандализмом заниматься. Ну да, надо нормально с кухней обращаться. Здесь у нас классический модуль кнукс-хульт на 1,80 м плюс 40-ушка с выдвижными ящиками. И 1,20 м стандартный навесной шкаф. В принципе, здесь больше ничего из кухни нет, это очень бюджетно, когда нужно обновить. Вот вам, да, какой вариант может быть. Кстати, все подходят и пытаются вот это вот посмотреть, что это такое. Блин, кушать хочет. Да, вкусно. Как, кстати, красивый блинчик, прям как бабушки. Давайте покажем. Очень реалистичный. Даже ты блинчик захотел? Ну да, очень аппетитно будет. Очень аппетитно. Голодный муж, жена не кормит. Так, стандарт, да? Верх, хранение убираем наверх, но опять же, да, это нужно будет постоянно либо убирать, натирать, потому что пыль, там, жир кухонный и так далее, это все будет наверху оседать. Что понравилось? Металлическая доска. И куча рамочек и тарелочек. Это очень эстетично, это очень нежно. А китозина, как наша Витька. Да, у нас вот такая собака женского пола. На S называется. Вот такая у нас Витюлька. Но только у нас при виде нас уши ровно прячутся за голову. Да, пропадают. Вот так мы не сидим. Так, все, семейство вспомнили. Угу. Кухня метод, подобное есть в Москве. Что здесь интересно? Сочетание с Иваром. Ивар, Дим, кто-то, да? С этой стороны погуляю, а потом бы... Стырил твою идею, покрасил в белый цвет. Так, давайте разбираться с методом. Смотри, как интересно сделан. Просто угловой шкаф в виде маленькой такой витринки. Не надо его, да, дополнительно? Но он умнее меня был. Он не водомассионкой покрасил. Да? А ты водомассионкой. Да. Смотри, вот это, ребята, очень лаконично, когда нужно что-то верхнее, но при этом не занимать много места. Очень много дополнительных рейлингов для хранения, про которые мы вам отдельно хотели рассказать. Так, про вертикальное кухонное хранение мы вам расскажем отдельно. Давай разбираться, что у нас здесь. Здесь узкая двадцаточка. Соответственно, здесь фальш. Очень низко опущена духовка, даже немного непривычно. И нижнего ящика нет. Вот это зря, он всегда нужен. А здесь решили не заморачиваться, поставить тележку. Ну, так, кстати, тоже можно уменьшать стоимость кухни. Стандартная угловушка. Без карусельки. Место под раковиной. Успел показать что-то? Да, все видно. То есть посуды мойки здесь нет. И вот такие выдвижные ящики. И просто шкафчик. Мойка. Каменная? Ну, не каменная, она обливная получается. Керамика, цветная глазурь. Так, давай вот на эту сторону. Ивар, наш любимый, но по опыту своему скажу. Вот в таком виде у вас будет вечно хлам. Да, Юрьевич? Это все время нужно будет все убирать, потому что все покрывается пылью, это неудобно. Поэтому я такое хранение на кухне не приветствую. Я бы добавил дверок побольше. А? Я бы дверок побольше добавил. Да, вот если дверками позакрывать, то более-менее. Интересно, да, на дверку пришурупили часы, не на стену. То есть вот это все нужно перенести за дверки. Но опять же, это наше мнение, раритет. Ивар серьезно и ответственно доложил. Это предмет мебели для творчества. Можно из них сделать все, что угодно. Можно сделать и библиотеку, и на кухне стеллажку, и в гаражик под бутылочки и баночки. У нас много Ивара, мы его нежно любим. Оно Ивар как скелет. А твоя фантазия ее ограничивает только. Как ты из нее сделаешь?
такой для гугу, для взрослых. Что ж такое? Так, тут все. Переворачиваемся. Следующий интерьер 29 квадратных метров. Здесь у нас метод с фасадами Vaxtorp. Мы его вам показывали в прогулке по магазину, но покажем отдельно, чтобы это было в интерьерах кухонных. Подобные интерьеры есть в других магазинах. Здесь же Litgold с козеткой. И смотри, здесь, ну вообще это кухня-гостиная, да, соединено, поэтому здесь Беста. Это имитация так, второго этажа, якобы. Условно, да. Здесь, вообще, в принципе, здесь, сразу скажу, одни из самых дорогих предметов интерьера. Здесь самый дорогой в Икее стол. Морбиленга, дубовый шпон, коричневая морилка. Столешница ДСП, слой древесины дуба. ДСП и массив дуба, ну отсюда и ценник. Тяжеленный, вот. Не, ну что ты хочешь, если тут, можно сказать, полноценных 8 перцов. Ну да. Не будет, что он прыгает сам по себе. Так, методовская кухня. Давай быстренько рассмотрим, что у нас здесь. Вообще мне нравятся вот такие сочетания двух фасадов. Но единственное, что, вот смотри. Я не знаю, как ты сможешь показать, но вот в лаптах весь верх. О, вот, видно, сейчас. Видно? Фокус, приди ко мне. Вот он, смотрите. Все это ручки, но оно видно под определенным углом. Если отойти подальше, это незаметно. Вот так не если вижу. Попадает блик от софитов, вот ее видно. Так, ладно, давай разбираться, что у нас здесь на пихали. Здесь у нас огромные ящики. Ну я не знаю, на какую семью нужна такая большая кухня. Поверь мне, понадобится. Да? А если из семьи 7 мужиков? О, кухня будет маленькой. Два ящика, смотри, здесь повыше, да, духовка прям под самый верх задрана. И можно уместить средний ящик и малый ящик, тоже удобно. Здесь у нас получается тоже ящичное хранение. Полностью бамбуковые лотки. Здесь у нас каруселька. Кстати, вот о чем я вам говорила, да, что это единственный способ порой достать из угла. По-другому просто не сможете, угол иначе пропадет. Здесь очень любимое многими хранение, когда вы не хотите разделять фасадами под единый фасад с дополнительными панельками. Раз ящик. Здесь все попрятано. Походу это варварство иногда бывает. И два ящика. А вытащить еще один не получится наполовину. Вот так вот. Так, по верхам пробежимся. Ну, там просто пусто. Ручек у данных фасадов Vaxtorp нет, они телескопические. Но тоже своя прелесть определенная есть. Здесь куча хранения. Вот здесь дизайнеры не поленились, заглушки поставили. Ну, конечно, за такие-то деньги. Так, под мойкой у нас стандартное хранение под раковину. Вот она. Хорошая икеевская нержавеечка. Там будет холодильник встроен, здесь стопудово посудомойка. Обманусь, не обманусь? А там капелька есть. Да. Дорисована. Большая на 60. Да в прошлый раз тоже капелька была нарисована, стиралка была. Так, и здесь у нас вот, про что я всегда говорю. Хотите немного сэкономить на кухне, но вам нужно, да, вот ящичное хранение, пожалуйста, возьмите корзины. То есть вы спокойно... Они выезжают. Сейчас покажу фокус-покус. Не надо. Нет, сейчас здесь топора есть, поэтому фокуса как раньше не будет. Вот это дает возможность сэкономить. Потому что полки для кухни не всегда удобны. Вот такая здоровая, я бы сказала, огромная кухня. Но вот этот вот цвет... А, его Казань использует. Ты даже уже не выключаешься? Ну, тут рядом. Так, здесь у нас, значит, метод черно-коричневого цвета. Сейчас еще название фасада. Метод Лёр
Хютан. Встроенный холодильник. Ну, опять же, пополам поделен. Да, морозилка отдельно, холодильник отдельно. Очень удобно. А дальше здесь серия Comforce. Вот оно все, вертикальное хранение. Очень ее, ребят, люблю. Что бамбук, что металл. Классно себя показал в эксплуатации. Да, недешево, но нагрузку, честно, выдерживает просто бешеную. Поэтому открытое хранение кафешки обожают. Индустриальный стиль крана. Но это вот, ну, кухня такая, да? Здесь у нас стандарт, выдвижной ящик. Вот о чем говорила. Пожалуйста, вместо полки разделите корзины под какое-то большое хранение. Здесь получается, вот про что тоже говорила, когда делаем угол, туда, то считай, что ты им пользоваться уже не будешь. То есть пространство пропало. Ну почему? Ну можно какую-то большую кастрюлю, которую ты не каждый день используешь. Ешь! Ты чуешь, насколько я туда залез? Эту кастрюлю доставать не согласишься. Согласитесь. Обгрызана морковка. Это как? Одно залазение в угол, да? Да. Равняется двумя 20 приседаниями. Так примерно. Что все хорошо, жизнь продолжается. Двадцатка выдвижная. Модуль Ватхольма. Ну, Ватхольма здесь почему лаконично смотрится? Во-первых, он в сочетании с цветом столешки. Очень много коричневых элементов. И Ватхольма есть вот здесь. Хранение. Бутылочно-винное. И вот такие офигенные ящики. Они прям как по маслу. Это Димкина слабость. Это да, состоит. Это Дмитрий Юрьевич слабость. Давай смотреть, что здесь. Тоже интересное сочетание. Нет, вы не подумайте, я не алкаш. Я просто люблю коллекционировать хорошую вину. Они у него лежат, он на них смотрит. И мне жалко их пить. Да. Смотри, какая красота. То есть фактически это кухня, из которой сделали, не знаю, даже вот куда-то можно в гостиную такое же воткнуть, да? Очень интересное решение из маленьких кухонных модулей собрать именно то, что вам нужно. Здесь остров, у нас он как-то в нижнем представлен, ребят, стрёмненько, стоит отдельно. В уголочке. Да. А, значит, это у нас... Ватхольма 29999 металл и массив дуба плюс ДСП. Ничего не скажу по эксплуатационным, за все года, как она появилась, заказывали пару раз. Так, метод с серыми фасадами глянцевыми рингуль. Смотри, как интересно сделано, да? Вместо того, чтобы занимать полностью все пространство кухни, получается, вот, ну, во время ремонта, то есть кухня как бы встраивается в нишу. Все остальное обыгрывается самой нишей, свет дополнительный, не нужно тратиться на все фальшпанели и так далее. Так, здесь у нас стандартно холодильник с морозилкой. Давайте я обзорочку сделаю, чтобы понятно. Выдвижные ящики, как показывал в предыдущих кухнях, целых три прячутся за одним фасадом. Повторюсь, это удобно. Хранение под мойкой, прям минимальное. В полотенцах вся бытовушка. Следующий. Посудомойка. Просто шкафчик. И еще один холодильник. Спорим? Нет, я не угадала. Что-то я сегодня как-то недогадливая. Смотри, какая красота. Но ведь на самом деле, реально, вот когда у вас это закрыты дверцы, нет смысла переплачивать за ящики. А ящик варьера. Тоже под какие-то мелкие. Здесь вот целая коллекция рюмок, целая коллекция стаканов. Когда их можно сложить друг в друга, но они не просто у вас россыпью, а они лежат в отдельном шкафе, в ящичке. А, плюс подвесные модули по 179 рублей. Кстати, новинка уже 2 года. Финмальт. 179 рублей. Сюда умещается, ну, 6 точно. 6 фужерчиков умещается точно. Вот такая вот светло-серая кухня. Вообще кухня-гостиная смотрится очень интересно. И из узкого метода, который наверх используется, 20 глубиной, можно еще сделать допом и вот как мини такую стеночку. Поэтому мне вот такой интерьер очень по душе. Светленький, мой диво. Моя любимая ланкруста в коже, в белой. Поэтому интерьер прям такой. Ну, и современный, и легкий. Ты как считаешь? Отделать.
Дальше. Опять метод. Уже с другими фасадами. Дим, пойдем-ка сюда сразу. Что не так? Столешница Экбакин. То ли неаккуратно ставили, но вот имейте в виду, если вот такие вещи появляются, нужно так, убирать. Тут сложно так сразу прям вот к вам дайте настроюсь. Давай. Вот видишь, ну здесь клей, во-первых, нужно еще смотреть, когда саму столешницу берешь, как она визуально. Ну вот, смотрите, кромку видно. Угу. И клей видно. А, значит, смотри, вот это прям удешевление, сразу скажу. На, в принципе, лаконичные светлые фасады пришпандорили пластиковые дешевые ручки. Ребят, не делайте так. Я не знаю, но мне не нравится, потому что кухню упрощает прям вот да нельзя. То есть, если сюда сделать другие ручки, она. Я бы черненький добавил, потому что, во-первых, тут вытяжка черная и угловой шкаф. Контраста не хватает. Яркости. Белого тут и так достаточно. Шкафчики тотем. Мы сюда прям очень в тему оказались. Вот говорю, единственное, портит все ручки. И вот это тоже тотема. Ей тотема вот таким узким можно обыгрывать остаточное пространство, когда не хотите выдвижной ящик. Холодильник. И здесь, кстати, смотри, как интересно, стол Норберг, под ним куча всего, то есть, ну, здесь какие-то, да, хозбытнужды, переработка мусора и так далее. Просто имейте в виду, что вот так тоже можно организовать рабочее место. Новый стол Витор. Решили сделать вот такую мозаику. Она прям выступает, и вот по пальцам не очень комфортно. Интересно, как будет эксплуатироваться, потому что это прям вот навьё-навьё. Кухня метод с фасадами Ренгульт. Я вам про эти ручки уже говорила, когда мы снимали обзор по магазину. Баганес. Золотая ручка, длинная, очень лаконичная. И с учетом того, что ручки все одного стиля, очень классно смотрится. То есть разного размера ручки, но в едином стиле. Вот можно сочетать, да, либо мы по материалу мы сочетаем, либо по форме мы сочетаем, тогда смотрится очень красиво. Ребят, кухня стандартная, прям вот дальше некуда. Встраиваемый холодильник, шкафчики над духовым шкафом, то есть это экономия доп. Пространства. Кухня не маленькая, фасады Ренгульт очень хорошо себя показали. Это одни из немногих фасадов, которые могу прямо от души порекомендовать, с ними никаких заморот нет. Здесь у нас угла нету, хотя угловой каркас, но угол сам спрятан, то есть вы самим углом пользоваться полноценно не сможете. Там вот тоже, как Дима говорит, дети в прятки играть можно. Ход через помойку, отлично. То есть вот эта часть, где моя рука? Вот. И до стены это пропадающее место. Ну, повторюсь, вход через помойку. Вход через помойку. Не особо. Стандартные ящики. Здесь у нас классический верх. Вытяжки нет. Здесь сразу поддон. Вытяжки нет под раковину. Мать. А? Ой, надо, блин, у меня того... духовка в голове. Думаю, где вытяжка? Вытяжка у вас. Смотри, как она спрятана, что ты ее даже... и не увидишь. О, классно. Вытяжку можно включать как источник света, не включая саму вытяжку. Да так все могут. Нет. Да. Квартиру, которую да. вы сейчас сняли, у нее нет такого. То есть ты это включаешь вытяжку, включает свет. Ну там кнопочки есть. Да. Две кнопочки. Тоже интересное хранение. Для больших контейнеров, для запасов. Вот эти, кстати, могут кафе применять. Очень классные контейнеры. Хорошо блокирует доступ воздуха, не дает портиться. Здесь у нас ящик. И еще один ящик. Хотя не знаю, к чему это сделано. Я бы лучше сделала целиком, потому что, ну, обычно, да, то есть как бы вот микс какой-то идет, а здесь как-то так с краю, с середины, вот, ну, ни тум, ни сим. Посудомойка. 60 сантиметров стандарт. И этот шкафчик я уже показывала. Жалко, не пишут с полную стоимость кухни, чтобы понять. А, вот, есть. Общая стоимость кухонной комбинации 123 тысячи. Стоимость бытовой техники 176. Остров 16. Вот остров. Ну, кстати, остров за 16 тысяч – это ценник адекватный. Ребят, здесь у нас на столешнице хелистат, каркас, ножка, петли, полки, дверь, накладная панель.
Кухня 6,5 квадратов, 6,4, чисто белая. Здесь полностью опять метод. И прям, знаете, вот очень-очень бюджетно обыгран. Фальш-панелями сделано боковушки, чтобы не разделять пространство. Единственное, что, Дим, иди сюда. А не фальш-панелями, а столешницы сделаны. Это столешка? Да. А, кстати, да, Дим, спасибо. Только я не понимаю, как они соединили. Наверное, на уголки. Да, уголки, я уголком, прав. Уголком, да? Ну, вот это вот меня смущает. Вот здесь бы покрасить. Снизу, я предполагаю, на как бы на штрип, чтобы она вот так чик-чик-чик не ходила, а тут уголок. Вот так можно сделать из столешки то, что вам нужно. Здесь ее отпилили, из 60 сантиметров перешли в 40. Так, здесь у нас индукция, стандартная вытяжка. По вытяжкам будем отдельно обзор снимать. Смотри, тоже интересно сделали. Просто обычные, это, кстати, самые дешевые фасады, Хэггеби. Вот дешевле нету Икеи. Вот такой вот каркасик выходит за 2600. Очень бюджетненько. Размер 60, 37 на 60. Так, здесь духовой шкаф. Здесь, ну, хотя сюда, вот сюда стоит делать ящик. Так, угол у нас почти полноценный. Часть уходит туда, но за счет того, что здесь срез на 40, соответственно, есть доступ туда дальше. Здесь у нас прям вот угол-угол хранения под посуду, под всякую всячину. Мне нравятся вот такие кухни, Дим, замкнутые. То есть она вот, да, целиком буквой П идет. У нее есть начало, есть конец у этой кухни. Здесь тоже ящик, маленькая, очень маленькая раковина. Много посуды не натолкаешь сюда. Ну, соответственно, здесь тоже можно обыграть дополнительное хранение. Потому что очень много свободного места. Так, шкафчик, а там уже фальш. Да, там уже фальш. И смотри, вот эту столешницу ее уже спилили. Нет, сюда надо две столешницы. Потому что если мы распилим пополам, то 40 сантиметров, а там 20 всего останется ни туда, ни сюда. То есть нужна еще одна столешка, чтобы вот так сделать. С регулируемыми ножками олов получился еще дополнительно остров. Прям вот мини-мини кухня. 42 тысячи. 42 тысячи? Да. Это с техникой? Не могу сказать. Маловероятно. Там потому что духовка, она дорогущая. Да. Общая стоимость бытовой техники 56, кухня 42, да? 108 тысяч. За усё. Усё, да, вот усё, что тут есть. Метод Акстат, фасады, сразу скажу, вот так не делайте. Это будет вечная помойка. Здесь нужно либо ящики, либо закрывать дверями. Согласен? Ну, да. Ну, бардак будет, бесконечный бардак. То есть кухня лаконичная, красиво смотрится. Вот это вот пятно, ну, хоть и игрушки, но тем не менее. Здесь у нас все на замочках. Ой, тяжело открывается, можно не будет. Стандартная двадцатка, ну, как бы, маникюр жалко. Мастер еще в Анапе не нашла. Стандартный угол. Столик с колесами бэквом покрасили в желтый цвет. Это цвет березы, они его просто перекрасили. Он стал стоить 6 тысяч, до Нового года стал... Ну, в общем, за год он на 1000 подорожал. А дальше. Красивое стеклянное хранение. Вот в такие открытые стеллажи только, ребят, если вот стекло. Ну, в общем, должно лаконично смотреться, тогда имеет смысл. А вообще фасады эти новинка. Как они себя показали, никто не знает. Вы знаешь, кухня вроде как интересная, но много каких-то вот обрублений, недозаконченности. Поэтому, возможно, пока дизайнеры просто к ней примиряются, и в Икее Краснодар, возможно, будет что-то, да, более интересное. Много граней. Много. Что-то как-то. Но цвет классный, скажу сразу. Лапты от рук сильно не остаются. Ну и опять вертикал. То, что можно перенести снизу на стену, но учитывать, что нужно еще за всем этим ухаживать. Как вариант кухни вам просто тупо, да, для идеи. Так, метод Ваксторп, только в сером цвете. Интересно, вообще Ваксторп смотрится, мне все больше и больше нравится. За счет своих линий можно миксовать как угодно. То есть фактически вот здесь два фасада, которые объединены одной вот такой планкой. С другой откройте, пожалуйста. Вот. И при этом выглядит, ну, целенько, да, так? Здесь у нас, значит, спрятаны каркасики. Моя любимая про Икею. Нам очень приятно, когда приятные подписчики нас встречают. Ой, прям до слез растрогали, честно. Вообще, мне безумно нравится край.
сама, да, вообще весь Краснодарский край, люди доброжелательные. Столько подписчиков мы не встречали нигде, даже в Нижнем Новгороде. Даже уже сегодня уже 4 человека подошло. Да. Но многие ведь не подходят, просто проходят, улыбаются и дальше. Так, давай погнали дальше смотреть. Так, фасады сказала, да, лаконично. Смотрите, размещение, опять же, классика. Вот чем хорош Вексторп? К нему, в принципе, не нужны ручки. И она смотрится вот такой единой. Здесь у нас прячутся полки. Консоль Персгульд и полка Бергсгульд. Господи, вот язык сломаешь, честно. Чем хорошо? У нас осталось свободное пространство. Если вот это заполнять кухней, это будет прям давить. А здесь, получается, и пространство, и место есть, и воздух остался у кухни. Так, холодос не встроенный. Ну, здесь стандартная двадцаточка. Мы ее уже миллион раз сегодня открывали. И эти же полки, ребят, идут по оставшейся части кухни. И, как уже говорила, полка Масленда очень сильно выручает в отсутствии свободного места под вот такие вот мелкие вещи. Вообще, вот эта кухонька мне очень нравится. 7 квадратных метров. Цена кухни 90 тысяч, техники на 122 тысячи. То есть, ну, примерно, да, на 210 тысяч вот все здесь. Ну, но здесь техники нашпигованы прям приличненько. Так, ой, какая красота неземная. Так, все, оставляй меня здесь, иди снимай дальше сам. Хорошая светлая кухня большая. Очень, 27 квадратных метров, 177 тысяч. Вот если мне Дмитрий Юрьевич бы еще обзор не загрожал. 177 тысяч стоимость и техника на 282 тысячи. Красота. Так, стандартный Ингаторп из метода, смотри, да, сделали. Причем, как интересно, сделали. Взята столешница, та, которая у основной базовой кухни и над... Тут, короче, кто-то поиздевался, да? И на каркас сверху посадили столешку. Классно. Вот такого я еще не видела. Чисто опять на уголке, потому что нестандартно. Посмотрите, пожалуйста. А, нет, а внутренний каркас? Внутренний, да, это каркас метода. Каркас в каркасе. Да, вот его просто облицевали боковыми фальшпанелями. То есть это стандартная кухня, которую просто вот немного переиграли. Два таких полностью одинаковых модуля для гостиной смотрится реально классно. Реалистичный блинчик, я скоро его съем. Я уже хочу есть. Так, единственное что, друзья, вот не надо повторять. То есть вот это брак. Вот так не должно быть при сборке, иначе это будет все промыкать. Видно? Это не брак, это косяк сборки. Косяк сборки. В общем, когда принимаете сборку, имейте в виду, то есть вот это косяки, их быть не должно. Так, столешница у нас Сальян. Я вообще люблю эту столешницу. Она очень классно смотрится, она хорошо себя показала по эксплуатационным качествам. И она лаконичная, на ней мелкие какие-то пятнышки не будут заметны. Здесь у нас два больших выдвижных ящика, потом три выдвижных ящика. Раковина. Вот это моя мечта, честно. Почему? Как бы мы аккуратно не мыли посуду, у нас все равно все здесь. Здесь все закрыто. Очень стильный кран. Кстати, у кого проблемы с киевскими кранами были? А то у нас одной клиентке вообще рассказывала, Ирине как не повезло, да, сколько раз меняли. А здесь у нас фасады Будбин. Такие вещи закрываем, а красивые вещи оставляем в открытом доступе. И вот это дает воздуха кухне. То есть, если вы хотите большую кухню под потолок, оставляйте воздух, чтобы у вас не было вот этого перегруза. Так, здесь у нас что? А здесь у нас хороший ящик. Ну, не ящик, а дверка. Вообще, я очень люблю сочетание Будбин вот с такими ручками. Это ручки Хисгульд. Я сегодня язык сломаю окончательно. Так, когда не хватает места, не хочется резать вот этой двадцаточкой, то выручают вот такие открытые шкафчики Торнвикен. Но по деньгам, ребят, поверьте, примерно одинаково. Смотри, как классно сделано, о чем я говорил. Что у меня прям зевот напал, на нехватка кислорода из-за маски. Вот здесь фактически кажется, как будто здесь два ящика должно быть. Да? Шиш здесь. Посудомойка. О чем я уже говорила ранее. Вот это лаконично. Раз. Два. А вот если бы здесь кухня была побольше, был еще вот такой дополнительный модуль, вообще бы шикарное было сочетание. Именно вот геометрические переходы, они тоже имеют значение. Здесь у нас шкаф, и здесь у нас просто... Точно пора обедать. Ну, это прям такие, да, запасы. Здесь морозильная камера, здесь полноценный холодильник. Очень классно, это удобно. Понятно, да, что тут, ну, понимаешь уже, насколько тут кишкоблуд живет. Кишкоблуд живет.
Ладно, шутка. А дальше, смотри, здесь у нас остров. Вообще, имейте в виду, из икеевских кухонь классно делаются острова. И я считаю, что вполне адекватный ценник. Вот здесь... Значит, 86 тысяч стоит сам остров, и техники на 124 тысячи. Но здесь индукционка, и здесь плита. Вот эти вот ножки Капита, консольки. Они, кстати, уже много лет стоят 1000 рублей. Дополнительный краевой шпон идет в комплекте. Единственное, что нужно делать аккуратно. Поэтому для этих целей лучше приглашать мастеров. Покажи целиком, обойди весь остров. Все, я просто весь показал. Да? Остров на самом деле классный. Ну, интерьер прям вот. Самые-самые темные кухни, которые мы встречали вообще во всех интерьерах. Ты меня снимаешь, что ли? Которые мы снимали. Димка, ну ладно. Ничего страшного-то. Нет, реально, что-то мы там... Во-первых, тяжело дышать в этой синтетике, хоть тресни. Наши маски Siberian, в них классно, у них ни дыры не слышно. Да. Так, черная кухня. В черной-черной комнате черная-черная... Что-то черное прячется. А, ручки Hakkos, металл. Столешница Экбатин. Короче, вот здесь все, что черное в Икее есть, но пылищу. Не, так-то она модная, да, но пыль будет сразу видно. На каждой дырке, честно. А, значит, фасады Кунгсбака. Антрацит. В принципе, расположение стандартное. Единственное, что мне понравилось, под круглой раковиной двойное хранение. То есть не просто дверка, да, а два ящика. Один ящик для мусора. А другой ящик, здесь взяли бамбуковую серию, ящики с ручкой варьера и разложили все вот приблуды. Это для тех, кто вот перфекционист в плане хранения. А сюда очень классно вписали стеллажи Витшо. Я знаю, что у Леруашки есть даже кухни, аналоги полностью вот икеевского Витшо, потому что клиенты как-то подбирали, делали. Но на самом деле, Дим, ну честно, стильно смотрится, очень красиво. Ну, блин, ну пылища. А, идем сюда. Лерхам стол обеденный, который превращен в письменный. Здесь же методовские. Вот это удобно. Кстати, имейте в виду, вы совершенно спокойно можете подобное организовать где угодно, в спальне, еще где-то, для того, чтобы сэкономить место себе для вот такого хранения. Дим, развернись, сзади тебя холодильник, сзади тебя два шкафчика. Ну, здесь вообще все подряд. Ой, вот это вот, кстати, кто пользуется вот таким модулем? Расскажите, я давно на него облизываюсь. Заказывают редко, но он хороший, металлический. Сюда можно уместить все. И утюг, и пылесос. В общем, у кого такой есть, я очень-очень чисто по-человечески жду вашего комментария. Потому что хочу такой домой, но пока так и не решила до конца. Здесь у нас холодильник. В принципе, все. Вот такая классная черная кухня. Черный, для любителя. Черный-черный комнате. Было бы же черный-черный посуда. А, вот, кстати, черный-черный посуда. Даже черный-черный посуда. Икеевский любимый бубен в зеленом цвете. Сейчас скажу, что по квадратуре. Дим, 24 квадрата. Стоимость всей кухонной комбинации 331 тысяча и техники на 220 тысяч здесь. Короче, здесь полляма. Да я бы лучше машину купил. Здесь тачка стоит. Здесь моя рабочка стоит. Давай разбираться. Ну, офигенно. Очень удобно. Удобно, безумно готовить. Большое пространство. Остров, плавно перетекающий. Двойная раковина. Мечта многих хозяек. Потому что это удобно. Это много места. Очень мне нравятся вот эти вот будвиновские. Ну, можно вообще так из любого сделать, но просто бубен лаконичнее всего смотрится. Вот такие вот, как, знаете, сервантики такие мини. Бубен обязательно нужно облицовывать дополнительными цоколями, тогда он весь, ребят, законченный. Давай быстренько пробежимся, что здесь у нас. Значит, три ящика. Раз, даже четыре, два, три и четыре. Здесь просто базовое хранение. Посудомонька. О, сколько набили в посудомоньку-то.
А, вот он, полноценный уголок с каруселечкой. Выкатите. Тите. Угу. Ага. Дальше. Верха. Здесь тоже ящики. Фальш. Мусор. Еще один угол, только этот угол уже не такой, без выдвижной карусели. Мне интересно, а почему еще IKEA не стала вводить в продажу мясорубку? Это утилизатор органических продуктов. Туда можно и шкурки бананов, апельсинов, вот этот мясорубку. Вот про что. Очень удобная штука. Еще один угол. Мусор не сокращается в разы. Кстати, идея, да, потому что IKEA все-таки топит за раздельное хранение. Да, раз она такая дорого-богата, ну, в принципе, мясорубки отдельно можно купить. Ну, короче, у кого есть желание. Так, вот здесь, о чем я говорила уже сегодня не один раз, именно выдвижные вот эти корзины, экономия места, пространства и финансов. Ну, при такой кухне уже как-то не до экономии. Нет, на самом деле интерьер офигенный. Еще мало того, смотри, сделан из будбина буфет. Отдельно еще кусок столешницы, заморочились. Здесь у нас холодильничек с морозильничком. И здесь куча просто всяких банок, склянок. Вообще, я думаю, вы уже поняли, что Метод – это такой же конструктор, как и, например, ПАКС. Там все, интерьеры кончились. Вы можете собрать, ребят, все, что нравится вам. Под ваш интерьер, под ваш бюджет, под дизайн. Из больших жирных плюсов, я уже не устаю повторять этот пример, который за последнее время произошел. Да, Дим, меня немножко слепит. IKEA реально адекватно меняет по гарантии. Клиентка покупала кухню фактом 15 лет назад. Нас еще тогда, как служба доставки IKEA в Саранске, даже не существовало, друзья. А просины тогда даже еще знакомы не были. Вот. И она покупала IKEA-скую кухню. Ей поменяли фасады, ребят, вот не особо давно. Поэтому не бойтесь, да, где-то чуть дороже ценник. Но я считаю, что кухни у IKEA достойные, адекватные в плане гарантии. И плюс у вас свобода творчества, можете сделать все, что угодно. Вы не привязаны, вам никто не может диктовать, что вот здесь столько шкафчиков, столько ящиков. Вы решаете сами. Поэтому мы вам максимально старались быть полезными. Я еще параллельно смотрю, вдруг я что-то упустила. Нет, здесь просто дверцами облицовано. Вот, мы максимально старались для вас быть полезными. Поэтому делитесь комментариями, у кого икеевские кухни, насколько вам они нравятся, насколько они удобны, какие у вас были проблемы при сборке, при доставке, при установке, с чем вы столкнулись. Этот опыт поможет всем. Поэтому давайте делиться. Когда мы делимся информацией, она к нам обратно возвращается. Да, добро, как обычно, всегда возвращается. Вот. Ваши неугомонные просьбы понеслись дальше. Мы вас безумно любим и очень любим краснодарских подписчиков. Сегодня мы уже 4 встретили, я думаю, еще не вечер, еще кого-нибудь встретим. Все, пока.